В Аксу прошел второй спортивный фестиваль «Алтын Сака». В общей сложности во Дворце спорта имени Иманжусу Пакутпанулы за победу боролись 27 школьных команд. Смотрим далее. На фестиваль «Алтын Сака» прибыли 18 команд из сельской зоны Аксу и 9 команд из города металлургов и энергетиков. По словам организаторов турнира, игры «Асакату» и «Бес Асак» развивают мышление, логику, меткость, да и вообще дают приличную физическую нагрузку. Свое развитие получает мелкая моторика рук. Одна из главных целей таких соревнований – подготовить спортсменов, чтобы составить конкуренцию нынешним лидерам в этих национальных видах спорта. В данный момент у нас считается Байнулский район, считается самым первым в республиканских местах занимает. А у нас уже потихоньку уже развивается уже. Третье место. В этом году у нас городские соревнования общие. Вторые места заняли город Аксу. Мы постараемся следующий год первое место занимать. В этом году у участников турнира серьезный стимул в виде приличного денежного фонда, учрежденного организаторами. На первое место 170 тысяч, на второе место 100 тысяч, а на третье место 70 тысяч тенге. Это получается у нас детям большой мотивация, чтобы играть, дальше развиваться. В команде по три человека в Асакату на игру дается 15 минут до двух побед в трех партиях. Третий год в Асакату играет Бекзат Аманжол. Хотелось бы занять первое место, так как в прошлом году мы проиграли, к сожалению, так как нам не хватило одного балла пройти финал. В этот раз, думаю, сможем пройти. Игре «Бес Асык» я научилась благодаря папе. Он помогает в тренировках. Хочу занять призовое место. Мені мақсатым асықтан бағын сынап көріп. Маған асықату ойыны. Асықату мне с самого начала понравился, как только стал играть. Меткость развивает. Асықпен атуды ұнайды, және ол өз мергендікті. В игре «Бес Асык» на третьем месте девушки из США. На втором – команда школы имени Хабылбекова из села Алгабас. А на первом месте – из школы села Уштерек. В команде победителей играла и лучший игрок фестиваля Сания Баймурат. В игре «Асык-Ату» бронзовыми призерами стали юноши из школы имени Хабылбекова. На втором – представители США. Победителями стали ученики из Жамбылской школы села имени Мамайта Амарова. Лучшим игроком признан Бейбет Копбай из школы имени Ханыша Камзина. Мурат Билмажит, Евгений Олейник, это Сахпарат из Аксу.